новая спортивная площадка станет центром здоровья и физического развития детей и подростков, а лучше всех ястребовцев. Верим, что для кого-то эта площадка станет первым шагом к олимпийским медалям. Очень часто приходится говорить: ну, не повезло с подрядной организацией. Сегодня у нас ситуация ровно наоборот. Сегодня нам повезло с подрядной организацией. Это ООО «Исток». Самодостаточная, с оборотными средствами, с людскими ресурсами. Самое главное, с ответственностью. Они понимали, под какую программу заходят, и разделили с нами вот эту ответственность. Сегодня объект построен. У нас есть все шансы получить еще средства на организацию такой же площадки. И я уверен, что мы вырастем на этой площадке, не только на этой, на всех площадках спортивных в районе наших чемпионов. Вот этого я всем сегодня и желаю. Вы знаете, мы очень долго ждали это спортивное сооружение. Мы боролись за него, и мы достигли этой цели. И я хочу, чтобы вот эта спортивная площадка приносила всем нашим и детям, и взрослым только радость и только положительные эмоции. Поэтому будьте добры, участвуйте на ней, играйте и берегите ее, пожалуйста.